Всем привет! Добро пожаловать на канал Design Lead. Меня зовут Артем. Сегодня мы разберем, какие моноколеса есть, какую модель выбрать и какие есть категории среди моноколес. Всего 4 категории. Это маленькие, средние, большие и колеса для энтузиастов. К маленьким колесам относятся InMotion V5F, Kingsong 14D, Ninebot 2S, ну и также от Gateway, я думаю, M10, конечно, и M75. Главный плюс этих колес — то, что они маленькие, легкие и компактные, и дешевые. Если вы понимаете, что вы очень часто передвигаетесь по маршруту, и у вас очень много лестниц на пути, например, вы живете на 5-м этаже, и после того, как вы приходите в офис, вам нужно подняться на 3-й по лестнице, то, конечно, наверное, стоит купить себе маленькое колесо, которое вы сможете использовать для подскока. Но вы должны понимать, что если вы тяжелый, то его мощности будет вам не хватать, и его будет очень легко продавить. О продаве я рассказывал в предыдущем видео. Если также это колесо вы хотите использовать для покатушек, для развлечений, вы тоже не сможете это сделать. Комфорт на этом колесе будет очень низким. То есть маленькие колеса — это чисто подскок. Это, например, вы вышли из дома, взяли его под мышку, встали на него, доехали до каршеринга, сели в каршеринг, доехали до офиса и от машины доехали до офиса, соответственно, на колесе. В таких случаях, да, есть смысл использовать маленькие дешевые колеса. Если же у вас ограничены финансы, если вы понимаете, что вы вообще не можете купить себе нормальное какое-нибудь мощное колесо, на котором безопасно ездить, то можете обратить свое внимание на БУ рынок, можете выбрать себе какую-нибудь модель там из средней категории, например, Kingsong 16S или InMotion, тот же V8 с натяжкой, какой-нибудь с личер-модом. Личер-мод — это когда батарею расширяют искусственно, то есть добавляют дополнительные параллели. То есть, возможно, стоит вам все-таки обратить внимание к этому, ну или взять самокат. Потому что на самокате за 60 тысяч вы сможете валить 50 на каком-нибудь Kuga G-Booster и ни в чем себе не отказывать. Вторая категория моноколес — это большие колеса. Большие колеса — это самая популярная категория, она считается самой нормальной, их можно использовать везде, всегда. На них ехать безопаснее, потому что у них большая покрышка, которая позволяет не чувствовать какие-то вот неровности на дороге. То есть если вы на маленьком едете, у вас оно начинает прямо трясти, водить его начинает, и на нем ехать действительно опасно, если особенно вы весите много, то на большом колесе такого нет. Вы едете спокойно, вас ничего не тревожит, ветки, кочки какие-то, маленькие ямки, вы все это сжирает покрышка, и вы не испытываете никаких проблем. За счет этого вы можете ехать далеко, и быстро, соответственно, потому что мощность мотора, она выше, понятное дело, чем в маленьких колесиках, и также батка там тоже выше. И к этим моделям относится, наверное, Kingsong 16X, также, я думаю, 18L. От Gateway это Nikola, M Super Pro, и от ветерана это Sherman. Sherman — это считается самое топовое колесо в большом сегменте, хотя это уже больше мопед, и вес у него там 34. В общем, такое колесо спорное, но Sherman считается самым лучшим среди больших колес. Ну и также есть еще от InMotion. Ну, хотя от InMotion, наверное, нет в этом сегменте колес. Как бы, извините, владельцы InMotion, но V10F относится к среднему сегменту, но не к большим комфортным колесам, потому что там маленькая резина и маленькая мощность. Давайте теперь обсудим минусы, которые есть у этих колес. Это, конечно же, стоимость, потому что стоимость на большое колесо — это в районе 100 тысяч рублей. И второй минус — это вес. Поэтому если на вашем пути много лестниц и нет пандусов, то вам не стоит брать большое колесо, возьмите лучше маленькое колесико. Ну или вам нужно научиться его закатывать. Я не научился закатывать Николу, но, возможно, у вас получится. Есть в интернете много видео, как люди закатывают, просто их по лестнице можете найти. Следующая категория моноколес — это, конечно, колеса для энтузиастов. Колеса для энтузиастов — это те колеса, которые, скорее всего, не подойдут большему количеству людей, потому что они специфические. К этим колесам я отношу Gateway Monster. Это самое здоровое колесо, оно служит только для того, чтобы вы выехали, встали на шоссе и ехали в автобусной полосе на шоссе, не маневрировали особо, потому что оно здоровое, гигантское, и вы будете просто плыть на этом колесе. Ну и к этим колесам также относятся модели с подвеской. Это от Kingsong S18 и V11. Если вы являетесь новичком, если вы думаете, что вам нужно первое колесо с подвеской, то я вас остановлю, потому что, во-первых, у них много подвижных деталей.
Это приносит сложность в конструкцию, и если вы падаете на таком колесе, то ремонт вам будет стоить дороже, чем на обычном. Плюс вот этот комфорт, который дают колеса с подвеской, он не слишком-то и выше, чем на обычных колесах просто с жирной резиной, особенно если вы спустите давление. Эти колеса с подвеской стоит брать только в том случае, если вы ездили на обычном колесе, если вы понимаете, что у вас болят колени, болят суставы, то в таком случае, да, вам, возможно, стоит купить колесо с подвеской, которое обеспечит вам дополнительную мягкость и дополнительную безопасность для ваших коленей, суставов, каких-то таких вот вещей. Эти колеса также обладают небольшими батареями, и, ну, потому что они с подвеской, там с весом большие проблемы, и также у них недочет это то, что много очень деталей. Поэтому техобслуживание обязательно, лучше каждый год. Там вот эти подвижные все механизмы. Кингсонг вообще пришел очень сырым с Китая. Именно поэтому вот к этой категории нужно подходить очень внимательно. И Кингсонг, возможно, S18 вас очень привлекает внешне. Но я бы на вашем месте, как первое колесо, взял бы лучше MSP или Николу или 16X. Какое-нибудь большое колесо, которое позволит вам далеко ехать и быстро ехать. А последняя категория, которая есть постольку поскольку, это средние колеса. К этим колесам относятся Gateway Tesla, Z6, Z10 и V10F от InMotion. Суть этих колес в том, что они очень хорошо подходят для худых людей, но на них вы далеко не проедете. Поэтому если у вас не хватает денег на большое мощное колесо, то вы можете выбрать какую-то модель из этого ценового сегмента, если уже вы вообще понимаете, что вы просто не способны больше заплатить. И также вы можете выбрать себе эти модели, если вы худой человек, да, если вы хотите, если вы девушка, например, то вы можете очень успешно делать трюки на этих колесах. Они легкие, компактные, их, в принципе, не так тяжело поднимать. Но многие девушки ездят на больших тяжелых колесах, например, на Николе, на той же, и не испытывают никаких проблем, я бы все-таки на вашем месте обратил бы, ну, внимание на большие колеса. Вот эти вот колеса, они неплохие среднего сегмента, но это, понятное дело, такое, ну, что-то среднее. То есть это небольшое комфортное колесо, которое может ехать далеко, но и не маленькое, слабое, которое имеет проблемы с ускорением, там, с мощностью и не позволяет вам ехать выше 30 или 25 км в час. Итак, ну вот, собственно, и все. Я надеюсь, вы теперь понимаете, какие есть моноколеса на рынке, какие есть модели. Я надеюсь, мы разобрали эту тему. В следующем видео мы поговорим о том, как научиться ездить на колесе, потому что многие люди, они интересуют этой темой, они думают, что это сложно. На самом деле все очень просто. И мы рассмотрим несколько вещей, которые позволят вам очень быстро встать на моноколесо и поехать без каких-либо проблем. Потому что когда я учился ездить на колесе, у меня были проблемы с этим. Я не нашел нормального видео, нормального контента на YouTube, чтобы именно быстро встать и научиться. Вы были на канале Design Lead. Это серия видеороликов для новичков про моноколеса. И увидимся в следующем видео.